Всем привет, и тут привет. Вот такая у нас Nexiara. Вон приехала в гости. Белая, красивая. Но ее немножко черканули. Ее черканули. Вот отсюда сломала. Тут и краска, естественно, нарушена. Ну, это, как говорится, обычно. Основные неприятности у нас по дверям. Вот. То ямы, то канавы. Вроде и не сильно, но в то же время тут и выше, и ниже. Три полосы. И одна идет. Вот она. Сейчас я лампу передвину. Это передняя часть двери. А вот здесь, вот в этой части, прочерчена, вот она, полоса у нас идет. Ну, вот она видна. Потом попозже уже в лампе сниму. Я, естественно, решил крылышко делать на месте. Будем. А дверь сниму, буду делать на рабочем столе. Так будет поудобнее. Такая вот красота получается. Изначально постановку плоскости вот такими вот грибами делаю. Вот приклеился сюда, выдернулся, ну и вот опять же вот к ребру залом. Это первоначалка, потом дальше будем это. Вот сюда тоже грибочек подходит довольно легко. Большими грибами. Грибками финиш. Теперь осталось маленькими, потому что выдергивается не так, как хотелось бы. Оно только бьется быстро, а ремонтируется все это, как вы сами понимаете, медленно. Тут маленький картычок. Сейчас я его чуть-чуть пошевелю, попробую. Вот, чтобы сильно не выворачивать, поскольку тут уже вот в этом месте, вот как мы видим, немножко лишнее вывернулось. Ну ничего, это все вопрос времени и усердия. Вот она, наша дверка, общий план. Прочертила ее, где замяла, где помяла. Ну, в общем, сейчас попытаемся посмотреть. Вот сначала двери и пошло-поехало. Ну что, тут понятно, вот они, как шишки. Это явно здесь герметик у нас находится, который надо будет срезать. И вот эти шишки начать пробивать после этого. Вот. Даже через это чувствуется. Ну и вот здесь. Здесь вот она. Рубец, яма, шишка, яма, ну и так далее. Ну, особо тут снимать нечего. Обычная рядовая работа. Так что посмотрим на финише потом, что будет. Вот так вот дверка смотрится в обычном свете. Вот, вся она вот прыгает в обычном отражении. Прочерченные полосы вот эти тоже прыгают. Ну, там, где ямы, там, естественно, идет преломление света. Ну что, начинаем. Чуть-чуть тут поснимаем. Что тут надо, вот это все чуть разбить, поднять. Собственно, весь ремонт заключается в том, чтобы ямы поднять, а бугры забить. Вот. Особо снимать тут нечего, ну и опять же одной рукой работать
другую снимать не получается. Камера тоже не хочет справляться с этим. Вот снижит немножко. Вот когда снижит, когда нет. Потом на финише посмотрим все. Я специально не стал снимать в каких-то экранах, в лампе. Все тут более-менее аккуратно. Понятно, что недоделки где-то есть. Осталось вот такие вещи взять базой, закапать. Где-то еще 2-3 места есть скольчики. Маленькие царапинки. Вот. Почему? Потому что я не претендую на то, что я делаю великолепно, идеально, в ноль. Мне это не надо. Я делаю достаточно аккуратно, не быстро. Вот. И в принципе следы остаются. То есть я показываю, что косяки есть. Вот они не могут не быть, потому что металл потянутый. А вот это соревноваться с кем-то, мне это не надо. Я не в высшей лиге, я условно в дворовой команде. Так что вот примерно так получилось. Вот, где-то тут разводики есть, где-то что-то есть. Но в основном все сделано достаточно аккуратно. Вот они, подкрасочки. Где пришлось подкрасить. И здесь тоже сколы были по кромке. Вот они. Все подкрасилось, и в принципе все нормально выглядывает.